Мы всего лишь с вами должны внимательно посмотреть на ситуацию и понять, что происходит при раскрытии скобок. Давайте это сделаем. Надо представить себе, как раскрываются эти скобки, фактически надо найти коэффициент их степени k. Что значит раскрывать произведение n скобок, в каждой из которых два слагаемых? Это очень просто. Надо из каждой скобки брать или то слагаемое, или то. Отлично. Сколько надо брать слагаемых там, где есть x, а сколько слагаемых там, где? Понятно, сколько. Надо из k скобок взять там u в какой-то степени умножить на x. А из n минус k скобок, берем единицу. Из других, значит, давайте заберем q в какой-то там степени альфа 1 на x, q в какой-то другой степени на x, q в какой-то там альфа k степени умножить на x. При этом, что у нас будет, как оно войдет вот в этот коэффициент? Смотрите, мы же здесь написали q в степени q, да? Как всем известно, k умножить на k плюс 1 пополам – это треугольное число. Это сумма первых k натуральных чисел. Поэтому, если я возьму, перемножу вот эти все штуки, то получу q в степени альфа 1 плюс альфа 2 и так далее плюс альфа k. Но если я разделю при этом на q в такой степени, k умножить на k плюс 1 пополам, то на самом деле я просто вычту единицу, двойку и так далее k. Значит, вот сюда, в этот коэффициент, пойдет q в такой степени. Отлично. Давайте теперь подумаем, что такое альфа. Просто по смыслу этих слов. Альфа 1 это число не меньше единицы. Оно меньше, чем альфа 2, которое меньше, чем альфа 3 и так далее. Альфа k из них самое большое, и оно не больше, чем n. А давайте теперь поймем, что вот эта штука, это есть альфа 1 минус 1, плюс альфа 2 минус 2, плюс и так далее, плюс альфа k минус k. И значит, интересно работать вот с уменьшенными альфа. Перепишем неравенство для них. 0 меньше или равен, чем альфа 1 минус 1, меньше или равно, чем альфа 2 минус 2, меньше или равнее, чем альфа 3 минус 3 и так далее, и так далее. Меньше или равняется, чем альфа k минус k, меньше или равняется n минус k. Ребята, это же замечательно. У нас есть такие числа в количестве k слагаемых. Они не убывающие. И в сумме они дают тот самый показатель степени q. И самое большое из них не больше, чем n минус k. Идем к этой таблице. Альфа 1 минус 1 – это на самом деле высота, на которой идет в первом столбике. Да? Альфа 2 минус 2 чуть-чуть, может, до уже повыше и так далее. Это высоты столбиков. У нас просто ширина будет k, высота будет n минус k такого прямоугольника, а альфа – это и есть высоты столбиков. И значит, если вы подумаете, это и есть, собственно, то, что… Это и есть сочетание из n по n минус k. А мы помним, что из n по n минус k – это то же самое, что столбик. Вот, комбинаторно я это доказал.